Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Поехали! По порядочку. Гель-концентрат для мытья посуды 2 в 1 «Малинка». Вот так он выглядит, артикул 365. Классный, 0+, чистота и блеск без разводов, средства недавно обновили, усилили формулу, они густенькие, хорошенькие, отмывают до скрипа, никаких нареканий, даже ничего другого пробовать не хочу и не буду. Парфюм для стирки, зелененький вот такой вот, он пахнет классно. Зеленый и желтый мне очень нравится, сиреневый как-то вот не очень, поэтому чередую в основном их. Здесь и свежесть, и травка, и ландыши. И все так здорово, вкусненько, ярко. Он действительно активируется при движении. То есть с ним я лично стираю постельное белье, полотенца, чехлы на мебель. И все. 308,46. Можно еще стирать и одежду спортивную. Я беру по VIP-программе. Так выходит бюджетно. Потому что вообще любой парфюм для стирки, он, скажем так, не дешевое удовольствие. От любого бренда. Фаберлик достаточно демократичная цена за такой объем, я хочу сказать. Так, дальше, весь мятый. Недавняя новинка Samba de Rio. Пена для ванн, артикул 3090, 10,500 мл. Мы ее использовали как пену для ванн. И она, знаете, для чего еще круто зашла нам? Мы делали из нее мыльные пузыри. Надо еще обязательно купить, потому что они получаются вообще обалденные. Но это же пена для ванн. Запах, кстати, классный. У этой синей линейки, ну, приятный. Океан, ну, океан, да, свежесть, но какой-то слащавый. Пополам, даже чуть меньше, чем половина, мы добавляли воды. В общем, там приноровиться можно, поиграться. И получаются классные мыльные пузыри, которые хорошо дуются, которых много и так далее. Поэтому мы быстро эту бутылку израсходовали. Надо еще взять в запас обязательно. Так, что у нас тут еще из серии «Дом» есть интересного? Средство от геля очищающий для туалета. 7 в 1, морская свежесть. Артикул 302,92. Очень мощный, очень классный. Со своей задачей справляется. Но ура, залил под ободок, оставил на 5 минут, пришел, смыл, и все просто сверкает. Так, дальше у нас тоже Samba de Rio, гель для душа. Уже вот такой зелененький, кстати, тоже подходит хорошо для того, чтобы делать мыльные пузыри. Так, 500 мл, артикул 14,40. Зелененький мне, по-моему, понравился больше всего. Хотя нет, я уже забыла. Нет, он тоже прикольный. Он тоже прикольный. Здесь отдушка у нас джунгли. Здесь зеленушечки. Хорошо пахнет. Хорошо пахнет, но я уже, честно говоря, забыла, какой мне из этой серии понравился больше. В общем, будем повторять опять. Классный, густой, расход минимальный. Мне кожу не сушит, все отлично. Дальше закончился вот такой шампунь ламинирующий для волос. Кстати, очень классный. Артикул 183. Он действительно ламинирует, и мне шампуня хватало даже без бальзама, без маски. То есть он отлично промывал волосы, пенился, и в то же время волосы были ухоженные, хорошо укладывались, кончики такие запаянные. То есть даже без какой-то там следующей ступени шампунь сам по себе очень хорош. У кого жирные волосы, жирная кожа головы, одного шампуня прям будет достаточно. И не утяжелял он мне, кстати, чему была приятно удивлена. Любимая моя мицеллярочка закончилась. Это вербена. Заказала еще себе две штучки, потому что они маленькие, кончаются быстро. Артикул 0982. Она совершенно не щиплет глазки, но в то же время удаляет даже стойкий макияж. Великолепная, потрясающая, суперская мицеллярка. Дальше Dream Therapy. Спрейчики вот такие, их много очень закончилось. И вот один из них — это Ксюшкина вещь. Ксюшкина любимая, всегда заказываем в запас. Она расслабляется с этим спреем и засыпает. Вокруг себя такое облако создает, на подушку пшикает, он у нее обязательно вот должен быть прям. Артикул 2559. Кстати, сейчас в распродаже остатки сладкие, он подешевле, вот этот спрей. Одушка очень яркая, она на любителя, поэтому тут, если вы ни разу не пробовали, ну, надо пробовать, может не понравится. В общем, 10 штук сразу не берите. Семя, серия Aromeo. Которую очень долго все ждали, ее не было, я думала, ее выводят, если честно, но она опять появилась на складе. Здесь у меня баланс называется спрей, артикул вам не скажу, на флакончиках артикула нет. В общем, это Cotton Nude баланс, он очень классный. Он очень яркий, он очень многогранный, он очень вкусный. Я обожаю просто эти спреи. И сейчас прям они появились на складе. 3 штуки. Не все, не все появилось. Нет моих любимых масел, к сожалению. Есть какие-то масла, но вот мне, которые нравятся, 2 их нету. Появились диффузоры, появились спрейчики и некоторые масла.
Поэтому берите, сейчас все расхватают. Я себе 3 штуки уже в заказ кинула, отправила. Все нравятся, вот все нравятся ароматы, абсолютно все. Очень люблю вот этот баланс, тоже просто потрясающий. Ополаскиватель для полости рта из серии Эксперт Фарма, космецевтика, которая обладает еще лечебным у нас с вами действием. Артикул 1637. Это без фтора, это без спирта. И это очень классная вещь, которую девочки, помню, мне давно-давно рекомендовали. Я оценила попробовать, действительно помогает, когда у вас только начинает... ОРВИ, ОРЗ и так далее, болеть горло, сразу прополоскать горло несколько раз в день, и прям великолепно работает. Великолепно работает, содержит экстракт трав, растительные аминокислоты. Вещь суперская и для десен, и для горлышка. Дальше Ума 3+. Закончилась вот такая недавняя новинка. Это детский гель для интимной гигиены. Артикул 3266. Очень густой, очень удобный. Клево, что с дозатором. Никаких аллергических реакций нет. Пенится хорошо, промывает хорошо. Одушка приятная такая. Легкий такой персичек. В общем, классная серия. И средства тоже классные. Закончился сухой шампунь. Вот такой вот обычный, по-моему, не для темных волос, да, обычный. Артикул 2702. Средний сухой шампунь, который, в принципе, меня устраивает. Использую, чтобы создать прикорневой объем. Все хорошо. Нормально. И цена у него нормальная. Потому что сейчас сухие шампуни стоят, как крыло самолета. Но сухие шампуни, которые работают. Так, молекулярный БАД гастрокомфорт пропила. Артикул 158-52. Все хорошо. Ничего плохого сказать не могу. Все хорошо, все нормально, все замечательно. Так, дальше кремушек. Это вообще Lovely Moments. Это древняя история, такие новогодние кремушки. Потихоньку нахожу запасы и доиспользую крем для рук. Хороший. Маска. Мисс Скини, вот такая вот двухфазная, хочется сказать. Но она не двухфазная, здесь просто два отсека. В одном белая молочная консистенция, в другом вот такого цвета, как латте, в принципе. 0,6-43. Мне вот это и зеленая нравится больше всего. Смешиваем в руке, она начинает немножко пениться, пузыриться. Это прям не то, что пузырьковая маска, когда вы наносите, у вас на лице там обильно все пузырится. Нет, она при смешивании начинает пузыриться, поэтому быстро-быстро смешиваем, прям 2 секунды и наносим на лицо. Может пощипывать, даже у меня в Т-зоне что-то работает, работает хорошо. Мне эти маски нравятся. На самом деле сейчас вот в этом каталоге распродажа 1 плюс 1 равно 3, то есть по цене 2 берем 3. Конечно же, взяла. Маски классные, маски рабочие, после них прям кожа как-то личико приходит в тонус, цвет ровный. В общем, мне нравится. И они еще вычищают, прям вычищают хорошо. Так, дальше. Маска-бальзам для кожи головы, активатор густоты волос. Вот такая вот из линии, из серии тоже Эксперт Фарма. Артикул 1736. Ну, что хочу сказать. В принципе, пушок у меня растет, но я пользуюсь много чем. Все в комплексе. Массаж кожи головы массажером делаю. Поэтому, как бы, ну, вообще вот эта серия очень классная. Многие ее хвалят. Если делать одновременные ампулы и маску, и шампунь такой купить, то прям говорят, что мужьям своим девчонки облысение останавливают. Начинают расти волосы. О как. Так что все хорошо. Дальше. Размягчающий крем-компресс для ног. Вот такой вот закончился тоже серия Эксперт Фарма. Артикул 1696. Вещь очень классная. Намазываем ступни, одеваем силиконовые носочки, или одеваем пакетики, или одеваем бахилы, ходим полчаса, идем все пьем, защищаем ножки, как у младенца. Я иногда делаю просто так, просто ножки смазываю, хожу как бы как кремом, да, хожу, брожу там и вечером, или даже на следующий день могу счистить все пемзой, очень круто размягчать. Девчонки, в Телеграм у меня... Лерочка, Лера, привет. Лайфхак с этим средством рассказывала про маникюр. То есть она наносила его на кутикулу. Безумно круто смягчает, сказала, и можно потом с ней работать вообще на раз-два. Так что делюсь с вами этим лайфхаком тоже. Дальше у меня детокс-маска из серии Green Karma. Артикул ее 66-79. Вообще эта серия очень неплохая. Мне нравится. Прям можно рассмотреть ее на лето. В том числе вот эту маску. Я ее использую как умывашку. Мне так нравится больше. Там есть мелкие частички. Она такая зеленая, а-ля Шрек. Глина, частички такие. Она на лице подсыхает, если ее наносить как маску. Мне нравилось очень использовать ее как умывашку. То есть после мицеллярки, после пенки еще пройтись вот этим средством и прям... ура. Но она и есть 3 в 1, то есть ее использовать можно как хочешь. Для уменьшения жирного блеска. То есть действительно здесь есть какие-то себорегулирующие компоненты. Хорошая вещь. Гель-трансформер допользовала. Вообще классная штука. Артикул 0875. Прям рекомендую присмотреться как уходовый вариант на лето. Это линейка Осюл. Это, знаете, такая легкая консистенция.
Ничего уже не выдавлю. О, легкая такая консистенция, голубоватого цвета. И когда соприкасается с кожей, то просто растворяется, превращается в водичку и тонизирует очень хорошо и увлажняет. Без утяжеления, что летом очень важно, чтобы поры наши не сбивались и высыпания различные не возникали. Для жирной кожи, для комбинированной, для любой кожи прям на лето очень рекомендую. Так, дальше. Закончился у меня крем-активатор ночной с кислотами. Добила, наконец-то я его. Артикул 1230. Великолепный крем, который попахивает вообще, мама, не горюй. Он воняет. Кому чем, кому бинтами, кому йодом, кому просто больницей. В общем, он имеет достаточно специфический запах, но он быстро выветривается. И я этот запах этому кремушку прощаю, потому что это действительно крем с кислотами. С утра кожа просто великолепно выглядит после этого ночного крема. Просто великолепно. Но у кого есть склонность к пигментации, пока про эти кремушки забываем до осени. Крем для век Ботаника, использовала его на все лицо. Очень легенький крем на самом деле. Артикул 0734, это даже фитосыворотка для кожи вокруг глаз, морожка и лен. Пометки возрастной здесь не вижу, универсальная. Прям легенькое увлажнение. Поэтому я сейчас жару допользовала, мне на лицо, на все. Очень было прям приятненько. Так, и последний продукт, прям плачу по нему, рыдаю. Это самый светлый оттенок жидких теней Faberlic. Нету их, их, наверное, снимают. Не знаю, надеюсь, появится. 5783. Сейчас подобные продукты беру у других брендов, потому что очень люблю пользоваться. Здесь уже все по стенкам даже повыскребало вот так. Они уже высохли, прям все. Это великолепный продукт, который можно использовать как хайлайтер. Высветлять уголок глаза. Видите, еще есть, можно доковырять. А я прям в утиль. Над губкой. Носик. Сейчас мы с вами прям макияж тут сделаем. Еще я очень люблю, если сейчас до выскребу, мне хватит, я сегодня так не делала. Просто вы у меня в последних роликах спрашиваете, что у тебя за макияж. В принципе, я использую тени любые. И вот так поверх глаза, мне пальчиком будет удобнее, а то я сейчас заеду в тушь. Беру вот такой светлый оттенок теней других, так раньше Faberlic, посерединке и растушевываю вот так на неподвижное веко тоже. То есть прям от ресничек посередине глаза, от ресничек вверх. То есть не на все веко наношу, на всем веке у меня там какой-то другой оттенок, абсолютно любой совершенно. И вот таким образом высветляю серединку глаза, глазик открывается. Получается очень красивый макияж. Я уже не сделаю, наверное, тут уже нечем сделать, показать вам, как я это делаю. Но, наверное, технику, я надеюсь, вы поняли. В общем, сейчас у меня все уже ничего не вылазит. Люкс Визаж тени, тоже самый светлый оттенок. И вот таким образом... Вот я это все дело делаю, и получается красиво. Обыгрывается любой оттенок теней под бровку. И становится свежий взгляд открытый сразу. Вот и все. Смотрите сразу, какая разница. Но на веках не очень видно, потому что прям вот остатки доковыряла. Надеюсь, будут еще. Нету, к сожалению, потому что они лучше, чем Люкс Визаж, и все остальные, они прям просто потрясающие. Так, ну вот и все, мои хорошие, все вам показала. А, нет, еще не все, еще прокладки дневные, да, сейчас ночных, к сожалению, нет на складе, уже давно пришлось заказать дневные, 10 штук здесь, артикул 112,89. Они потрясающие, они классные, они просто супер впитывают, им нет равных, я их люблю, обожаю. Любовная любовь у меня с ним случилась, другие даже никакие не хочу брать, потому что классно. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Ссылочка для регистрации в Faberlic всегда под видео.